Հայաստանի ապահով և անվտանգապական Եվրոպական միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող եք շաբաթվա բոլոր օրերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձահաստատող փաստաթուղթ։ Կարող եք մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Այցելիր մոտակա գյուղապետարան, թաղապետարան, քաղաքապետարան, ստորագրումը։ Ուրեմն Իդեալ, ձեռք բերեք ձեր բնակարանի ջերմության համակարգը Իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, կրկին Կիրակնօրյա լրատվական վերլուծականն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Մեր քննարկման եզրափակիչ մասում կանդրադառնանք մի հարցի, որի մասին այսօր արդեն խոսել ենք։ Խոսքը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի այն ագրեսիվ հայտարարությունն է, որով նա կոչ է անում իր ենթականերին պատրաստ լինել պայմանական սահմանի վրա դիմագրավել ռևանշիստների սադրանքներին, և ստայդը նաև մեծացնել ադրբեջանական բանակի հզորությունը, պատրաստել կադրեր և այլն։ Այսինքն սրանով ինչ Ադրբեջանը բարձրացնում է խաղադրույքները, թե այնուամենայնիվ ձևավորում է պատերազմի վտանգ Հայաստանի դեմ։ Այս հայտարարությունները ուշադրության կենտրոնում են պահում նաև դրսի վերլուծաբանները, մանավանդ նրանք, ովքեր ուղղակիորեն զբաղվում են մեր տարածաշրջանով։ Այս հարցի քննարկման համար ես մի հարգարժան հյուր եմ հրավիրել մեր տաղավար, Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայից, ում սիրով ուզում եմ ներկայացնել։ Նաշ Սիվոդնյշնի Գոստիս Պրագի, Ստալիցի Չեխի, աբազրիված էլ Ռադիո Էխո Կովկազը, Վադիմ Դուբնով, приветствую вас, господин Дубнов. Спасибо, что приняли моё приглашение. Господин Дубнов. Спасибо за приглашение. Спасибо. Господин Дубнов, вчера состоялась конференция в Армении под эгидой фонда Конрада Аденауэра, на котором и выступил премьер-министр Армении. Он говорил о армянской формуле разблокирования региональных коммуникаций, о принципах, о возможных всех преференциях, которые будут доступны буквально всем нашим соседям и удобны им для этого. Также и создаст предпосылки для будущего устойчивого мира. Но мы видим, в Баку царят совершенно другие настроения. Вчера же было заявление министра обороны о том, что азербайджанской армии нужно наращивать свою мощь, да, готовить кадры, чтобы отражать провокации на условной границе. Это вот цитата. Фактически получается, что дискредитируется тем самым и договоренность, достигнутая 30 августа по согласованию вот регламента, по которому должны проводиться последующие работы по делимитации и демаркации. Как понять, на ваш взгляд, это что, повышение ставок или все-таки формирование условий для развязывания боевых действий? Этот вопрос далеко не праздный. На ваш взгляд, с чем мы имеем дело? Прошу. Мне кажется, что все-таки пока рано говорить о какой-то угрозе нового боевых действий, пока, мне кажется, рано говорить о каких-то эскалациях. Мне представляется, что меняется конфигурация переговорного процесса, а в нем активизируется Москва. Как мне представляется, Москва и Баку, судя по тому, что Баку явно возвращает в повестку дня тему Зангиотурского коридора, я думаю, что активизируется двустороннее сотрудничество России и Азербайджана в этом вопросе. И, как видимо, на встрече в Москве, которая была, прошла, значит, на встрече в СНГ, ну, наверное, Алиев и
Путин пытались как бы имитировать процесс представления Армении предложения, от которого невозможно отказаться, ну а от него, в общем, Пашинян отказался, или как минимум не воспринял его всерьез. А вот, и вот я думаю, что мы наблюдаем вот этот процесс совместного давления на Ереван, которого не было, ну, наверное, последние полгода, а может быть и больше. Москва как бы немножко была ушла в тень от переговорного процесса, а Азербайджан и Армения все чаще говорили о двустороннем формате. Вот сейчас мне кажется, что Москва активизировалась, и снова эта тема возникла. Не думаю, что это связано с заключением мирного договора, а мирный договор — это вообще такая достаточно вещь в себе, никому особо не нужная. Но речь идет о каких-то сущностных вещах, прежде всего, конечно, о коридоре. А чем Москва заинтересовала Баку в этом вопросе, не очень понятно, потому что мне кажется, что сейчас Москва является главным и единственным, по большому счету, интересантом этого процесса. Uh-huh. Все остальные, как мне кажется, взяли паузу до окончания горячей фазы двух главных конфликтов современности, ближневосточного и украинского. И, в общем, не готовы, не очень были готовы принимать какие-то решения. Москва, видимо, форсирует этот процесс, и чем-то она смогла, думаю, заинтересовать Баку. Господин Дубнов, и тем не менее, вот эти московские встречи, наверное, которые вы, собственно, имели в виду, говоря о том, что вот Москва и Баку пытаются, ну так, изобразить давление на Ереван. Вы имели в виду и московские встречи. В принципе, что происходит? Путин на день своего рождения созывает неформальный саммит СНГ, чтобы лидеры бывших постсоветских стран прибыли, поздравили его, затем сели там, немного поговорили о делах, а там посмотрим, да, вот как в известной классике: первый ход Е2, Е4, а там посмотрим. И гроссмейстер сыграл 18 испанских партий. Теперь. Партия одна. И одну довольно устаревшую, эффективную защиту Филидору. Да? Вот. Замечательно. Вот классики, конечно. Господин Дубнов, смотрите. Фактически российская дипломатия выносит два документа. Армения не присоединяется. Мы видим, что Москва добивается трехсторонки, Ереван отказывается и на уровне министров иностранных дел, и на уровне лидеров. И в конце мы видим договоренность о том, что Россия нам под контроль передает КПП на армяно-иранской границе, а на границу с Ираном и с Турцией охранять заходят наши погранвойска. Понятно, что есть последовательность определенная, уже высвечивается после Звартноца, да, после заявлений о том, что Ереван стремится к либерализации визового режима с Европейским Союзом. Это, кстати, в этот контекст тоже укладывается. И вот впереди встреча в БРИКС. Судя по вашей оценке, Россия должна попытаться еще раз что-то затеять, да, в логике трехсторонки. Каким вы видите наиболее вероятным дальнейшее развитие событий в этом плане? Я думаю, что Москва будет наращивать это давление, потому что у Москвы сейчас, когда мы говорим о российской позиции, мне кажется, нужно учитывать ее увлеченность даже не столько в южно-кавказский сегмент, а ее увлеченность в проблемы Ближнего Востока, ну не говоря уже об Украине. Да? Uh-huh. Я думаю, что ее нынешняя активность связана прежде всего с ирано-израильским противостоянием. Uh-huh. И я думаю, что на самом деле то, что уходит российские пограничники с КПП на иранской границе, я бы не стал преувеличивать значимость этого факта для российско-армянских отношений. Они, может быть, скорее даже лежат в плоскости скорее российско-иранских отношений. Uh-huh. Точно так же, как ушли пограничники, которые могли раздражать Азербайджан в этих условиях, точно так же уходят пограничники, по поводу которых, возможно, задавал вопрос Иран. А поскольку они, в общем, для
Армения носит достаточно символический характер, то, в общем, как бы Москва легко и спокойно использует этот факт для того, чтобы представить еще, явить некий жест доброй воли, который ей ничего не стоит. Вот. И вот это, мне кажется, не слишком принципиально, но достаточно важно и символично с точки зрения понимания московских действий. А, да, сейчас для Москвы важно то, что происходит на иранских границах, не в Кавказском регионе, не с Арменией, не с Азербайджаном. А вот я говорю о том, что Иран сейчас все менее и менее до того, что происходит в районе Аракса и в районе Мегри. Вот, и поэтому я думаю, что я и активизировалась, потому что, собственно говоря, сейчас тот тезис, который выдвигал Азербайджан по поводу того, что не хочет Армения Азербайджанский коридор, ничего, обойдемся без нее, проложим через, значит, через Иран. Ну, сейчас не так актуально, не очень получается через Иран, а тема-то, в общем, существует. Вот, возможно, давит Турция. Вот, и поэтому я думаю, что Москва будет и дальше использовать этот момент для того, чтобы активизировать свое давление на Армению. Армения будет, мне кажется, в данном случае имитировать готовность к конструктивному обсуждению в двухсторонних форматах, в формате Ереван-Баку и в формате Ереван-Москва, но не в коем случае не в трехсторонней формате, потому что это то, чего она пыталась избежать уже довольно давно. А, собственно говоря, это абсолютно проигрышный для нее формат. Вот, и я думаю, что Алиев и Путин как раз понимали, что это предложение, которое невозможно принять скорее, которое они делали для Армении с точки зрения трехсторонки. И, кстати говоря, разговор совершенно бессмысленный, довольно диковатый разговор про квадроберов между Мирзояном и Лавровым. Да. Я думаю, что подтверждает, это было очень подчеркнуто, показывает, что говорит, собственно говоря, не о чем. Да. Вот. И я думаю, что вот как бы эта тенденция будет подтверждаться и дальше. А на БРИКСе Армения будет изображать свое присутствие ради присутствия. А вот в неком начинании, в котором Москва есть, но ее удельный вес значительно меньше, чем в других структурах, типа Евразес и так далее. А вот, и вот этот процесс тягучий, но он для Армении очень тяжелый, но в нем есть одно преимущество, он достаточно продолжительный. Угу. Господин Дубнов, еще один фактор также обращает на себя внимание. Это то, что во-первых, главы российских спецслужб очень активизировались в плане повышенного внимания к нашему региону. Вот Нарышкин приезжает в Баку, Бортников делает заявление в Астане и напрямую обвиняет Армению в том, что, оказывается, это мы срываем подписание мирного договора. И на что отвечает Петер Стано, называя это ерундой, ложью и манипуляцией. И что это делается якобы по наускиванию со стороны Запада. И опять-таки все стрелки переводятся на вот европейских наблюдателей. Причем в равной степени они раздражают и Москву, и Баку. И вот Евросоюз, так, тот же Петер Стано, заявляет о готовности Европейского Союза сотрудничать, вот, и этой миссии сотрудничать и с Азербайджаном. Вся деятельность их просто прозрачна и носит, в общем-то, и нейтральный характер. Они просто следят за обстановкой, а не защищают кого-то от кого-то, да, скажем так. И вчера на этом форуме также было сделано заявление, что Ереван включил зеленый свет на продление этой миссии, да, время, мандат которой через пару месяцев заканчивается, ее нужно продлевать. Да, Ереван будет продлевать. Как это отразит? И еще и не исключается, что и численный состав будет расширен. Как вам кажется, как вам видится развитие в этом контексте?
Но здесь мне как раз вспоминается та самая эффективная, довольно устаревшая защита Филидора, потому что это посвящается, безусловно, Армении и Азербайджану, это посвящается вербальным упражнениям на тему антизападных контекстов, которые Москва продолжает и использует, в данном случае, уже и Армению. И это такое... складывается просто паз, нужно уязвить и Армению, нужно уязвить Запад, и здесь миссия наблюдателей идеальный объект, причем здесь, конечно, поддерживает ее и Баку, и здесь мне кажется, что это какое-то такое уже традиционное мероприятие, которое, может быть, даже и не стоит как-то всерьез преувеличивать. Я думаю, что для Баку все это, кроме как бы продолжения его антизападной линии, это еще и дополнительный повод. Вот. Не самый главный, но еще один камушек в сумму с аргументами против мирного договора. И здесь мне кажется, что с мирным договором вообще все это укладывается в формулу, старую формулу Рональда Рейгана, которая говорила, что есть вещи поважнее мира. Правда, по другому поводу, но в данном случае она подходит идеально, потому что ну, никого этот мир, собственно говоря, не интересует. Прежде всего, Баку и Ереван в этом мирном договоре не нуждаются, потому что единственное, о чем в этом жанре может договориться, это то, что мир лучше, чем война, а это... Во-первых, для Баку недостаточно, а для Еревана это не дает нужной гарантии. Вот. И больше говорить, собственно говоря, не о чем, и все это понимают. Вот. Поэтому все занимаются достаточно сущностными вещами. У каждого свой набор аргументов для того, чтобы уйти от продолжения тела мирного договора. И разговоры, скажем, о Конституции, об изменении Конституции или о том, что Армения вооружается, это все примерно аргумент того же уровня, что армянский довод, по-моему, то давайте заключим договор на основе 80% согласованных. Все это одинаково неосуществимо, нереализуемо, одинаково, с моей точки зрения, вычурно. Вот, но вычурно и демонстративно вычурно, чтобы люди понимали, что говорить с точки зрения заключения мирного договора ни о чем ни на COP19, ни в ближайшее время. Вот, поэтому вот здесь, мне кажется, как раз все достаточно традиционно, и это хороший знак. Это говорит о том, что люди входят в какой-то новый этап переговорного процесса, который все-таки остается скорее переговорным, чем чреватым какими-то эскалациями. Угу. И в завершение, господин Дубнов, мы уже привыкли к разным выпадам со стороны Алиева и его непосредственных подчиненных, там угрозы, там или всякие разные неприятные вещи в отношении Армении. С этим-то все ладно, здесь нет ничего нового. В адрес Франции это также уже стало носить определенный такой ритуально-идеологический или квази-идеологический характер. С этим тоже все ясно. Но мы видим, что ново, это то, что Америка, оказывается, она неблагодарная. Да? И вот все это на фоне... вот этих знаковых слушаний в Конгрессе Соединенных Штатов в сентябре месяце, где прозвучавшая риторика просто была беспрецедентной на уровне глав этих комиссий, да, это там комиссия Тома Лантоса и Хельсинкская комиссия. Это настроение в Конгрессе касательно необходимости санкций, и это вот письмо американских конгрессменов, госсекретарю, да, где ну, просто уже есть предупреждение в адрес Азербайджана, на что крайне раздраженно ответил Баку одним письмом своих меджлисовских депутатов своему министру иностранных дел. Да? Как вам кажется, мой вопрос следующий. Как вам кажется, Азербайджан точку невозврата здесь переходит или все-таки это элемент какого-то вот зигзага азербайджанской политики? Мне кажется, что это посвящается 5 ноября в Соединенных Штатах. Я думаю, что Баку исходит из того, что если победит Трамп, то вообще все изменится. А вот если победит Камала Харрис, то все равно изменится, хоть как бы наследственность, безусловно, останется, но новая администрация, у которой впереди 4 года,
там было все равно все надо будет выстраивать, если не с самого начала, то каким-то образом вводить какую-то коррекцию. Я думаю, что это шутки с уходящей администрации, которую можно себе позволить, поскольку это уже ничего, собственно говоря, не решает, остался месяц, он меньше. Вот. И поэтому я думаю, что Баку занимается примерно тем самым, кстати, чем занимается Грузия. Он повышает ставки для дальнейшего разговора, который начнется, ну, в Грузии там еще входит как бы в этот пакет, собственно, грузинские выборы. Вот. Я думаю, что вот новый финансовый год, финансово-политический год, который начнется после всех выборов, я думаю, что начнется с каких-то новых разговоров, новых предусловия, которые будут обсуждать. И я думаю, что Баку просто в этом смысле просто готовит почву для того, чтобы... То есть это какая некая, будущая переговорная позиция, которую Алиев формирует именно таким образом, достаточно радикальным, достаточно жестким, но, возможно, с его точки зрения в какой-то степени логично. Спасибо вам, господин Дубнов, за ваши обстоятельные оценки и наблюдения, с которыми вы поделились с нашими телезрителями и в этот воскресный день приняли мое приглашение. Всего вам доброго. Спасибо. Ага, мы слышали наш горцанкевич Чехия и Майракавак Прагаиц, радио «Эхо Кавказа», радио «Каяни». Մեկնաբան Վադիմ Դուբնովին իր դիտարկումներով կապված ադրբեջանական քաղաքականության այս վերջին զարգացումների հետ և մասնավորապես Հայաստանի նկատմամբ այդ սպառնալիքներ, ինչպես նաև արևմուտքի հետ Ադրբեջանի ունեցած խնդիրները, մեկնաբանեց պարոն Դուբնովը, նաև ռուս-ադրբեջանական մերձեցումը և հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցում այս նոր ակտիվացումը և փորձերը համատեղ ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա։ Այսօր թերևս այսքան հարգարժան տիկնակև պարոնայք, հանդիպենք արդեն վաղը, բարին ընձեզ։